Книга «Открытым оком», том 1, тема «Праздники». Вопрос 208. Почему у нас так пышно отмечают Новый год? И были ли у русских Деда Морозы и Снегурочки до революции? И почему не Дед Ветер и не Дед Сугроб? У иностранцев Санта-Клаус, то есть Святой Николай Чудотворец, и притом Рождество – более важный праздник, чем Новый год. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Празднование Нового года, порча деревьев и все остальное привнесено в Россию русским антихристом Петром I, который ненавидел все русское и всюду выдвигал немчино в кавычках. Он прорубил окно в Европу в кавычках, в которое провалилась вся Россия благодаря промасоненному царскому правительству. Новый год – это никакой не праздник, а просто причина погулять лишний раз. Нужно благодарить Бога, что сохранил еще нас и ждет от нас добрых дел по великой своей милости и долготерпению.